Да, не был нашел. Улица дачного поселка расстилается перед нами. И кругом вода. Дед Мазай спасает. Шарится-то она у нас вон там. Да? Хочешь обратно на нее? И вот мы плыли-плыли, наткнулись на айсберг. А теперь думаем, как его преодолеть. Вообще его можно перетащить на самом деле. Это если вон там, как где мы шли. Чайки прилетели. Вот такая вот сюрреалистическая картина. Ну давайте протащите ее для этого, для. Так, хватит ее тащить, подожди, она же там будет сейчас проламываться. Мы преодолели невероятную преграду ледяную. Веселовский искупался, да, в процессе. Вот. Невероятно сух и тепл теперь. А сегодня плывем в неведомые дали. Там какие-то опять ледяные завалы впереди. Преодоление очередного ледяного завала. Самое плохое, что мы не смогли пройти по этой. По речке сейчас не смогли. Сейчас в море выплыли. Мы заядлые лыжники. Когда лыжня растаяла, мы берем байдарку и по ней плывем. Зловеще. Да, давай, Иванов. Иванов, сейчас, секунду. Иванов. Вот плотина, а к ней прибила теплицу.